said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take. Друзья, всем привет! И сегодня у меня рабочее видео. Буду высаживать клен Artra purpurea. Есть небольшая проблема, и поэтому решила из горшка его высадить в грунт. Какая проблема? Значит, он у меня рос 2 сезона в саду. Ну, полное прошлое лето и позапрошлое частично. Зимовал 2 зимы у меня в домашних условиях. Очень хорошо перезимовал, хорошо вышел из зимы, хорошо вышел. И потом с ним случилась проблема. У нас были заморозки, у нас была такая холодная погода, было на несколько дней похолодание, может быть, на неделю. И на одну из ночей, когда морозов еще не было, заморозка не было, но были холодные ветра, я его оставила на улице. Его листва обмерзла, сейчас она обсохла практически вся. И я решила в срочном порядке его высадить в грунт, провести некоторые мероприятия. По его восстановлению клен восстановится. Сейчас покажу почему, расскажу вам почему, покажу, в какой грунт его нужно высадить, какое место для него предпочтительнее. Это японский клен Artra purpurea. Высаживать буду вот там, в том месте, в своем самом большом миксбордере. Уже пересадила оттуда тую в другое место, не показывала пересадку, потому что ничего там такого особенного интересного нет, хотя могу рассказать, если кому-то интересно. А вот с кленом нужно немножечко поиграться, немножечко повозиться, потому что это такое немножечко экзотическое для нас, для нашего региона растение. Да и почвы у меня не очень легкие, не слишком подходящие для такого растения, поэтому здесь есть некоторые нюансы. Сегодня начинаем работу по пересадке клена Artra purpurea, японского краснолистного клена. Высаживать буду вот здесь, в этом месте, в этом моем самом большом миксбордере. На данный момент солнца здесь нет, потому что сейчас у нас примерно около часу дня, где-то 13 часов дня. А с утра здесь было солнце. Вот в утреннее время восточное солнце будет попадать на этот клен. И в вечернее время ему тоже будет попадать солнышко, небольшое количество. Ну, где-то ближе к вечеру. Вот такая вот полутень. Вот такое полутенистое место ему подойдет. Я вам сейчас покажу, как выглядит мой клен, какая проблема с ним случилась. Очень мне обидно, конечно, очень его жаль. Хотя, с другой стороны, его лист был вытянутым. После зимы у нас зима была очень теплая, весна была очень теплая. Его листья вышли рано, они вытянулись. Сейчас они, конечно, все посохли. Сейчас уже листьев и нет. Но остались почки, живые почки. И я надеюсь, что он выпустит молодую листву. Можете заметить, что лист был вытянувшийся. Вот такие тонкие вытянутые побеги были у него. Как бы лучше показать, плохо видно. Вот, а на данный момент все высохло. От холода он обмерз. Я должна сказать, вот мой вывод такой: клен вымерз. Но у него есть вот такие розовые почки по всему стволу. Я уже обратила внимание, но 3 почки так точно. Вот одна, вторая. Здесь еще есть вот сверху. Не знаю, ли видно, вот так. Розовая почка. Есть розовые почки. У меня уже была такая проблема с другим кленом, который растет в открытом грунте. Он выпустил молодую листву и уже нарос, имеет сейчас нормальный вид. Я вам показывала тот клен. Поэтому думаю, с этим тоже все будет в порядке. Просто единственное, что может быть немножечко он теперь замедлится в росте. Ну, ничего страшного, уже как будет, как будет. Я подготовила 2 мешка грунта. Это универсальный грунт и кислый торф. И сейчас я буду смешивать этих 2 вида грунта.
и высаживать этот клен. Не в кислый, не в нейтральный, а именно в слабокислый. Я сделаю слабокислую реакцию грунта. Меньшая часть будет кислого торфа и большая часть универсального. 50 литров и 20. Здесь же рядом у меня растет вот такой вот Golden Globe. Это тоже клен, привитой на штамбе Golden Globe. Болеющий клен. Требуется постоянной обработки, чем я и занимаюсь с весны до осени. Он болеет грибковыми заболеваниями, поражается вредителями, поэтому регулярно его обрабатываю и от болезней, и от вредителей. И точно так же будет обрабатываться этот клен, который будет расти недалеко от этого уже взрослого клена Golden Globe, хотя растет он у меня здесь всего лишь 3 года. У меня здесь, в этом месте, очень тяжелая почва, очень тяжелая, чернозем, но он такой очень плотный, очень тяжелый. Когда идут дожди, здесь очень длительное время не то что застаивается влага, а почва влажная, а когда очень долго стоит жара, здесь почва уплотняется и становится очень твердой. Такой плохой, тяжелый грунт. Ну, во-первых, может быть из-за того, что здесь же растет огромная старая лиственница. Конечно, ее корневая система уже распространилась на большой площади. Она забирает много питательных веществ, забирает много влаги. Притом здесь растет, кроме нее, большое количество и других растений. Это у меня микс-бордер, как вы помните, я делала. Никак он не нарастет, и я в прошлом сезоне его переделывала. И высаживала сюда шаровидные туи, одну из которых я вот забрала для того, чтобы высадить здесь клен. И так как почва очень тяжелая, не подходит для японских кленов, ни для одного сорта из японских кленов, ее нужно заменить. Буду раскапывать очень большую яму, удалять этот грунт. Я не буду смешивать между собой грунт, который здесь находится, в этом микс-бордере, эту землю. С покупной не буду я этого делать. Дело в том, что со временем она сама перемешается. Сосновая кора будет засыпаться на дно. Она тоже будет со временем перегнивать. Да. Клен должен прижиться в хорошем грунте. Вот когда он уже будет с хорошей корневой системой, и тогда уже ему будет не страшна вот эта тяжелая почва. Даже если его корневая пойдет куда-нибудь дальше в стороны. Ну а пока на этом этапе я раскапываю большую лунку. На что нужно обязательно обратить внимание. Вот сейчас я буду выкапывать этот грунт. Разбрасывать его здесь же, в этом микс-бордере. Самое главное – не заглубить корневую шейку моей туи, которая растет рядом. Мне нужно очень внимательно наблюдать за тем, чтобы я не подсыпала к ее стволу лишний грунт, потому что тогда туя начнет болеть и погибать. Вот это, за этим нужно следить обязательно. Я буду рассыпать дальше по микс-бордеру. Здесь у меня уже есть такие места, ямы, такие углубления между моими многолетниками, которые можно засыпать. Но главное, под хвойное растение не подсыпать лишний грунт, чтобы не засыпать их корневую шейку. Моя туйка такая страшненькая, потому что пересажена из того места, где ей попадало очень мало солнца. Поэтому она немножко в таком малодекоративном виде пересажена была поздней осенью сюда, в это место. Надеюсь, в этом сезоне нарастит уже красивую крону. Буду ее удобрять, поливать, и думаю, все с ней будет хорошо. Надеюсь также, что она пожелтеет, потому что это туя желтого сорта. Said that you've been hurt one too many times before.
ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't got to hurt no more. Things about to get much better. На этой глубине уже на два штыка лопаты я нахожу корни. Скорее всего, это корни моей лиственницы. Они идут глубоко в почве, сантиметров уже 40, если не больше, в глубину. И вот так. Они тоже будут забирать питательные вещества и воду, конечно же. Думаю, такой глубины вот на два штыка лопаты, я думаю, достаточно. Сейчас принесу кору. У меня есть мелкая кора, она уже начала перетлевать. Такая, знаете, уже полуперегнившая. Немножечко засыплю дно сантиметров на 15. Так себе решила. А потом буду устанавливать уже клен и засыпать вот этим покупным грунтом слабокислой реакции. Когда на одной такой маленькой территории... Ну, я не скажу, что у меня здесь очень маленькая территория, но все-таки она маловата для такого большого количества растений. Вот когда на такой небольшой территории растет такое огромное количество растений, как у меня, их нужно почаще кормить для того, чтобы всем хватало питания. Вот как здесь, например, эти корни идут просто в эту лунку снизу, я так понимаю. Они везде, их можно найти везде. Рядом этот клен, рядом туи. Кстати говоря, уже нужно обработать срочным образом от паутинного клеща, потому что вижу паутина, это паутинный клещ. Уже паутинный клещ размножается с большой силой, нужно все обработать. Так вот, такие растения нужно почаще кормить и весной, и летом, и осенью. Вносить удобрения под все растения. Я вношу, в этом сезоне внесла удобрения под большую часть растений, конечно, кроме вот таких огромных деревьев, которые растут здесь же рядом. Ну а под остальные, конечно же, необходимо, если вы хотите, чтобы они у вас рядом росли на такой небольшой площади. Все, сейчас иду за корой. Я не стала выбирать такую подгнивающую или разлагающуюся кору. В общем, взяла первый попавшийся мешок. Мелкая кора. Самое то, что мне нужно. Но многовато, конечно. Я насыпала. Надо бы немножечко поменьше. Немножко вот так. С землей. Теперь мне нужно примерить клен. Я его выну отсюда. Такой ком, корешки хорошие, ну, заплели практически весь ком, конечно, его корешки. Так, я уже вижу, мне его туда ставить не нужно, нужно добавлять хороший грунт, я уже вижу его высоту. Но он хорошо мне зимовал, ему нравился этот горшок и рос хорошо 2 года, и сейчас бы хорошо рос, если бы не похолодание. Буду использовать укоренитель. Этот укоренитель используется в сухом виде. Вот сейчас я сюда положу такой хороший грунт слабокислой реакции, как я сказала. Потом добавлю укоренителя, потом поставлю свой клен. И опять грунт и укоренитель. Лучше бы, конечно, смешать в тачке,
сделать правильные пропорции. Ну, две части универсального и часть кислого торфа. Вот так было бы хорошо. Тачки у меня уже нет. Я ее выбросила, она у меня сломалась. Поэтому я вот так, на глаз. Две части универсального и одну часть кислого торфа. Теперь возьму укоренителя немножечко. Примеряю свой клюнчик. Маловато. Еще надо земли, потому что заглублять корневую у клена тоже нельзя. Нужно высаживать, чтобы вот эта вот корневая шейка находилась на уровне почвы. Почва должна вот так, поэтому грунта мало. Вижу, что я сейчас полностью разобью этот корневой ком, к сожалению. Так, определяем сторону. Здесь, по-моему, все равно. Вот так, наверное, он и будет расти у меня. И сейчас я буду поливать. Немножко грунт просядет. И вот этот грунт, который по сторонам растения, я ним присыплю корневую систему. А завтра, нет, попозже докуплю грунта и засыплю окончательно, чтобы не было углубления. Корневая система у клена Artra purpurea небольшая. Я думала, честно говоря, что у него побольше корневая система. Нет, не глубокая, поверхностная. На первое время нужно обязательно установить опору. С такой корневой системой клену нужна опора, или его повалит ветром. Первый же хороший ветер его повалит. Поэтому я привязываю его. Вот это все посохшее. Все эти посохшие веточки, вернее листья, нужно срезать, чтобы пошла быстрее нарастать молодая листва, чтобы новые почки проснулись поскорее. Веточки я не режу, я режу только листья с черенками. Клен любит рыхлый, воздухопроницаемый грунт, но он любит, чтобы почва у его ног, в его корнях, была всегда в слегка влажном состоянии, поэтому можно клен замульчировать. Я, наверное, замульчирую его корой. Кроме всего прочего, полью клен раствором янтарной кислоты. Вот этот пакет здесь 2 грамма на 10 литров воды. Янтарная кислота у нас стимулятор роста, плюс используется как антистрессовый препарат. Полью под корень янтарной кислотой. И на этом все. Вот такая работа проведена с моим японским кленом Artra purpurea по его восстановлению. Надеюсь, это видео будет кому-нибудь из вас полезным, пригодится. Такое вот бывает, случается иногда, когда бывают весенние заморозки,
ну, либо сильные ветра, как в нашем случае холодные сильные ветра. Вот такое произошло. Буду надеяться, что он восстановится. Все, пока, до новых встреч. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever.